19 июня на торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и Чувашской Республики начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма администрации Новочебоксарска Алексею Соловьеву присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашии». Напомним, Алексей Соловьев – российский боксер-профессионал, выступающий в супертяжелой весовой категории. Пятикратный чемпион мира по кикбоксингу, многократный чемпион России и Европы по кикбоксингу.